Об ужасной трагедии, дорогие зрители, сообщили еще вчера вечером на одном из самых крупных российских сайтов. Сегодня мы хотим с этой новостью поделиться с вами, так как кроме нас больше некому вам об этом рассказать. Всем известная российская актриса Марина Зудина в последнее время плохо себя чувствует. Она до сих пор не может отойти от смерти своего супруга. Уже несколько раз Марина Зудина находилась в больнице на лечение, ее постоянно мучают головные боли. Мы хотели пообщаться с Мариной Зудиной, взять у нее небольшое интервью, но родственники сообщили о том, что сейчас на данный момент Марина Зудина находится за границей во Франции, где проходит обследование в частной клинике. Люди следят за развитием событий в шоу-бизнесе и хотят знать все о состоянии здоровья Марины Зудиной. Давайте, друзья, поддержим Марину Зудину, пожеланием ей скорейшего выздоровления и возвращения домой. Следите за новостями, ведь завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска. До скорой встречи вам и будьте всегда с нами.